Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу снять видео, которое меня просили уже довольно-таки давно, и рассказать о ценах на квартиры здесь, в Германии, а в частности в городе Апольде, где мы живем. Начнем с того, что я нашел сайт, который называется Immobilien24, на котором можно посмотреть стоимость квартир и наличие квартир. Итак, возьмем такую ситуацию, что для нашей семьи, нас 3 человека, и я ищу себе квартиру. Забиваем здесь индекс Апольда. Вот у нас появляется. Я не хочу купить дом, я хочу снять квартиру. Вот, Комнат я хочу, можно количество комнат выбрать, любое. Я хочу выбрать от 2,5 комнат. И все, появилось у нас 18 предложений, нажимаем и просматриваем. И вот здесь квартиры с различными метражом и как бы с различной стоимостью. 74 метра квадратных есть, 425 стоит. Приват-квартира. Тоже трехкомнатная, 400 практически евро стоит. 76 это уже много, 101, 90 метров квадратных это много. 110 метров квадратных это тоже много, 79 много. Сейчас мы найдем 70. Ну, 70 можно, оно как бы маловато. 81 многовато. Здесь вот чуть дороже стоит, 71 метр квадратный. Так. Вот, оптимальный вариант я нашел, смотрите, 72 и 3 метра квадрата, 3 комнаты, 400 евро стоит. Тем более новое объявление, недавно выложенное. Нажимаем на это объявление и смотрим. Вот как выглядит дом. Здесь балконы, планировка квартиры идет. Так, и читаем. Трехкомнатная квартира с балконом, кальтмита 400 евро, 3 комнаты и 72,3 метра квадрата, как я уже говорил. Значит, у нас одна шлафцимер, конечно, это маловато, нам нужно две шлафцимер, спальня комнаты, одна баденцимер, это ванная. Домашние животные, хаус-тира, можно. Гаражи или либо стоянка. Стоянка под открытым, на открытой местностью здесь написано. Так, по цене. Кальтмиты 400 евро, плюс Небенкостен, это еще плюс 180 евро. Итого получается все вместе 593 евро в месяц нужно платить за эту квартиру. Вот. Каукцион стоит 2 месячные платы. То, что видите, написано 2 Монатсмиты. Стоянка стоит 13 евро в месяц. Дом 1997 года постройки и в нем газ. То есть вот нормальная как бы квартира, но тут единственное, что нам будет маловато, допустим, для нашей семьи. Здесь одна шлафцимер, спальная комната. Ладно, посмотрим сейчас. Что еще у нас предлагается здесь в Апольде? Так, ну, в принципе, вот на этом сайте, наверное, только... А, ну здесь вот побольше, да, квадратных метров. Вот этот дом я тоже знаю, он находится, как и прошлый дом и квартира, находятся они рядом, недалеко от детского сада, который вожу к Лебу. И, то есть, в принципе, я, знаете, обе эти квартиры я видел. Есть еще один сайт, который называется imowelt.de, и на нем тоже также можно посмотреть квартиру. Вот я уже забил индекс Апольда и квадратный метр от 70 квадратных метров. Так, и нажимаем кнопку «Искать». И что у нас здесь получается? Тоже выдает квартиры различные квадратных метражом. И различная цена кальтмита. Сейчас мы найдем подходящую. Вот, допустим, 70 метров квадратных, 343 евро кальтмита, да? Нажимаем, сейчас мы посмотрим.
Значит, вот фотографии квартиры, как она выглядит. Квартира в Германии при съеме выглядит именно так. Только стены и все. Больше ничего здесь нету. Вот видите, плитка в ванной комнате, да, есть. Довольно-таки большие просторные комнаты. Вот бад-циммер, то есть ванная комната. Вот ванная, видно унитаз, раковина и окно есть. Так. Вот это все. Полностью фотографии этой квартиры. Смотрим дальше, что здесь. Значит, Кальтмитте 343, Небенкостен 143. И все вместе нужно будет платить в месяц 486 евро. Это нормально. Но каукцион здесь 1029 евро. Это каукцион. Три комнаты. Постройка 1914 год. Довольно-таки старый дом. Но, в принципе, сейчас дом, в котором мы живем, тоже такого же где-то приблизительно года постройки. Вот это я вам показал немного по квартирам. Здесь у нас Вапольда. Также можно не только Вапольда посмотреть квартиры на этих сайтах. Можно в любом месте. Ну, допустим, ну что. На первое, что мне приходит, это Бавария, где живут наши родственники. И пусть будет это столица Баварии, Мюнхен. Большой город. Мюнхен, сейчас мы наберем. Город Мюнхен. Так, вот Мюнхен Крайс. Ну, также делаем 2,5 от 2,5 комнат. И у нас здесь не покупка дома, у нас съем квартиры. 134 предложения. И вот уже смотрите цены, какие у нас в Баварии, в столице Баварии, в Мюнхене. Смотрите, за 60 метров квадратных, 2,5 комнаты, нужно будет заплатить 775 евро, это Кальтмитте. Сейчас что-то попробую найти подходящий по нашим критериям и посмотрим, сколько будет это стоить. Приблизительно. 78 многовато. Сейчас мы найдем. Странно, что-то квартира либо... Вот, три комнаты, 74 метра квадратных, нам можно до 75, и стоит Кальтмитте 950 евро. Мы за свою квартиру здесь платим 600 евро за 80 метров квадратных. Сейчас посмотрим, включим. Вот так вот выглядит дом снаружи, и квартира уже здесь внутри. Балконом. Это опять дом. Так. Третий этаж. Это получается третий этаж. Вот здесь вот эта квартира находится на самом верху, да? 74 метра квадратных. Комната 3, шлафцимер 2. То есть 2 спальные комнаты. Как нам нужно. Баденцимер, ванная комната 1. Парковка опять под открытым небом. Хаустир пишет уже nein, нельзя. И смотрим. Кальтмитте стоит 950. Небенкостен 120 евро. Хайцкостен 90 евро. И все вместе получается за эту квартиру в месяц нужно платить 1175 евро. Как я сказал, мы за свою квартиру 80 метров квадратных платим 600 евро, это все вместе с отоплением, с водой, все вместе. То есть, смотрите, насколько дороже. Это практически в два раза дороже квартира стоит в Мюнхене, в столице Баварии. И 15 евро нужно платить еще за парковку. Дом 1966 года постройки. То есть, вот, как бы, вот такие вот цены. В конце видео я вам дам, под видео, точнее, извиняюсь,
будут сайты на ссылки на эти сайты, где можно посмотреть стоимость квартир совершенно в любом месте в Германии. Вам большое спасибо за просмотр моих видео. Если вам видео понравилось и было чем-то полезным, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто не подписался, кто подписался. Очень хорошо. Всего доброго. Всего хорошего.